Каждый год наши труженики самоотверженно работают и пополняют Министерство обороны новой боевой техникой. Некоторые образцы мы сегодня увидим, обязательно изучим. И я хочу бы поблагодарить организаторов, в том числе и за военно-патриотическое воспитание нашей молодежи. В первую очередь такие форумы, как «Армия-2020», делаются для подрастающего поколения, чтобы с молодых ногтей наши дети видели мощь нашей страны, уважали ее, гордились ей и хотели вместе ее защищать. Еще раз большое спасибо, добрый путь, поздравляю с открытием форума «Армия-2020». Уважаемые участники и гости форума, через несколько минут в небе над аэродромом центральный вы увидите... После чего автомобиль с должным весом под прикрытием первого автомобиля убивает рейнсбурга. Но здесь на автомобиле с группой охраны происходит оружейное нападение. Группа охраны отражает нападение стрелковым вооружением и отходит от уничтоженного автомобиля. Поехали.